Первым папой римским. Магдала. Это традиция католическая. Первый папа римский. И вот мы с вами сейчас проезжаем полями, и однажды Иисус шел в субботу полями, а ученики ему говорят: «Учитель, мы так голодны». А что Иисус ответил: «Срывайте колоски, очищайте и ешьте». И когда они стали это делать, люди увидели и сказали: «Твои ученики субботу нарушают». Иисус ответил: «Сын человеческий, господин субботы, суббота для человека или человек для субботы?» Вот так он впервые сказал о том, что святая суббота может быть нарушена во имя спасения жизни человеческой. И это посчитали кощунством. Но в 70-м году первого века нашей эры разрушен еврейский храм, мудрецы собираются думать, как жить дальше, и принимают решение, если римляне заставляют тебя работать в субботу и угрожают смертной казнью, если откажешься, нарушить святость субботы, то ты должен остаться в живых. Так что, безусловно, что в свое время Иисус был реформатор большой. И вот сейчас мы с вами потихонечку так поднимаемся. Мы поднялись с высоты минус 210. И проезжаем, перед нами близкий пейзаж. Маслины растут, кое-где встречаются манговые деревья. И вот так вот выглядела эта земля летом, когда было жаркое солнце. Босиком было запрещено ходить по дорогам, потому что земля очень горячая. И носили летом сандалики, а зимой сапожки. Но если была очень бедная семья, община собиралась и покупали обувь, так что босиком, конечно, никто не ходил. И летом одежды были простые, из хлопка, из льна, для того, чтобы телу было приятно. Теперь, дорогие мои, мы с вами так потихонечку начинаем возвращаться домой. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Персики, наверное, выйдет. Инжир, господи. Здоровенно. Ой, смотри. Инжир растет. Господа, кто у нас едет из чекпост, Бухман, через минут 25 примерно мы будем йог нам выпросить. Через час, прошу прощения. Примерно через час мы с вами будем в Йокнеам. Примерно через час. И, господа, у нас с вами большая переменка. И если ваши глазки не закрываются, полюбуйтесь этой природой. Это Галилея. И перед нами библейские пейзажи.